Не знаю, что это. Мелочь. Нам здесь помещение. Чеки какие-то. А это может оплата какие-то. А что за чеки интересно? Без понятия. Клубная карта. Ой. Чего комментировать ничего не надо? Потому что я-то что? А за что задержан? Не знаю. Ну как не знаешь? Ну вот так а что, не знаю. Что в машине лежит? Ну чья это машина? Вот не у меня надо спрашивать. Ну а чья это машина? Машина моя. Ну а почему в твоей машине лежит? Ну а я что, я что один там был, что ли? Ну а чье это? Ну чье это? С кем ты ехал? Друзья твои, кто они? Ну ничего комментировать не буду. Работаешь день? Работаю, работаю. Где? Где работаешь? Я тебе вопросы конкретно задаю. Где работаешь? Я занимаюсь своим бизнесом. Каким? Резину продаю. Китайскую. Ранее судим? Нет. Прокраски самые шикарные. Ну где вас задержали? Там, ну, не здесь, короче, там. В машине? Нет. На улице? Да. А вы для чего сюда приехали? Встречался с знакомым. Что за знакомый? Знакомый. У вас встреча какая-то была назначена? Ну, что-то типа того. А для чего? Просто пообщаться. Пообщаться. В сумке что у вас находится? Я не знаю. Сумка в машине лежала, меня сюда привели. А машина чья? Меня приковали наручниками. Машина чья? А вы на какой машине приехали сюда? Я приехал на этой, но это не моя машина. А с кем вы приехали? Приехал один. На чужой машине? Ну, не моя машина, только не это. Ну, вы ей управляли? Управлял я себе. Да. А чья она? Ну, я не знаю лично, чья она. Ну, кто вам ее дал? А, ну, я ее приобрел. Только что даже купили? Нет, нет. Ну, чья лично она, я не знаю. Приехал на ней я. Я не знаю. Ну, кто вам дал ключи от этого автомобиля? Зачем вообще дал? Как-то странно у вас. Ранее судимо? Нет. Чем занимаетесь? Музыкой. Какой? Жанр назвать? Да. Рэп. Выступаете? Да. А остальные ребята, кого тоже задержали, кем они вам?